Сегодня состоялась областная конференция на тему пути организации lesson study в условиях малокомплектной школы. Тренеры Жамбылского филиала ОРЛИО Института повышения квалификации педагогических работников и Назарбаев интеллектуальной школы поделились опытом в данном направлении. Эффективность подхода lesson study, предполагающего совершенствование опыта обучения учителя с учетом способностей и потребностей ученика в получении образования, признают все отечественные педагоги. У нас его внедряют с 2012 года. Последние три года эта система дает неплохие результаты. Основная задача учителей здесь – совместное планирование, совместное обсуждение урока и в основном это исследование деятельности учеников на уроках. Это очень эффективная технология, так как здесь дети учатся совместно работать. Обязательно учителями, которые проводят lesson study, выбирается тема исследования, и на основе этой темы работает целый цикл исследований, которые проводятся в трех циклах. Значит, первый цикл – это планирование, второй цикл – это проведение урока, и третий цикл – это обсуждение и следующее планирование следующего урока. Съехавшиеся на конференцию учителя сельских и малокомплектных школ поделились своим опытом и идеями об эффективных путях успешного проведения lesson study. Сертификат на 1 миллион тенге наша школа в номинации малокомплектных школ получила из рук акима области Аскара Мырзахметова. Недавно вновь завоевали первое место от республики. Сертификат получили в 250 тысяч тенге. Вот уже три месяца, как мы внедряем систему lesson study, работаем над этим. Надо отметить, что lesson study мы переняли с японской системы образования. Позже эти технологии использовали и в США. У нас это направление особенно важно для малокомплектных школ, педагогов которых и привлекли сегодня к участию в конференции. Куляш Умурзакова, Санат Аралбек, 77 News.